В некоторых регионах страны зима наступила раньше обычного. Жители Байнаульского района оказались во власти снежной стихии. В середине осени высота некоторых сугробов достигает крыш домов. Синоптики же уверены, потепление в Прииртышье ожидается со дня на день, и поводов для беспокойства у сельских жителей нет. Тему продолжат наши корреспонденты. Такой осени в Прииртышье не ожидал практически никто. Обильный снегопад в начале октября принес отнюдь не предновогоднее настроение, но массу проблем для местных жителей. Автолюбители снимают на смартфоны заметенные трассы и предупреждают других водителей о возможной опасности. А тем временем жители села Каражар Байнаульского района откапывают свои дома от навалившихся сугробов. А некоторые вынуждены искать затерявшийся среди снежных заносов скот. Байнаулда кыз. Между тем, в павлодарском филиале Казгидромета сообщили, за сутки в регионе выпала полуторамесячная норма снега. Однако синоптики прогнозируют значительное потепление, благодаря которому снежные завалы быстро растают. Готовность к предстоящей зиме подтвердили и местные спасатели. На борьбу со снегом в предстоящем сезоне готовы выйти свыше 300 снегоочистительных машин, 21 единица эвакуационной техники, а также более 1200 человек личного состава. Что касается информации, ВУКС, департамент по чрезвычайным ситуациям, никто не звонил и не обращался по оказанию помощи. Поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ в эти дни мы не проводили в этом районе. И в целом в области тоже у нас таких случаев не было. У нас в каждом районе имеется высокопроходимая техника, которую мы в любом случае задействуем. Если уже не будет хватать, мы отправим туда с областного центра для проведения таких мероприятий. Местными исполнительными органами подготовлены 181 пункт обогрева вдоль республиканских и областных автодорог. Здесь спасатели готовы оказать помощь пострадавшим при снежных заносах и сложных метеоусловиях. Александр Логвин, Алексей.